тысячи человек вышли на первый в истории гей-парад в столице Боснии и Герцеговины Сараево. Несмотря на опасения о возможных нападениях на собравшихся, шествие прошло мирно. Местная полиция приняла серьезные меры, чтобы обеспечить безопасность в городе, так как ранее в социальных сетях некоторые жители выражали негативное настроение. На встрече присутствовали важные представители сексуальных меньшинств, в том числе посол США в Боснии и Герцеговине. Для представителей ЛГБТ-сообщества так важно быть заметными. Они живут здесь, и они сталкиваются с большой дискриминацией. Подобные дни слишком редкие, но замечательные, потому что люди выходят на улицы. Это мирное шествие. Протесты были вчера, и они тоже были мирными. Полиция проделала фантастическую работу, чтобы сделать улицы безопасными для нас. Этот протест направлен против ежедневной дискриминации и насилия по отношению к людям из ЛГБТ-сообщества. Но это также и способ показать наше право на публичное собрание в Боснии и Герцеговине. Свое право на публичное собрание используют и противники гей-парадов. На улице Сараево вышли представители местной мусульманской общины. «Мы собрались, чтобы выразить недовольство образом жизни ЛГБТ-сообщества, которое кто-то хочет привнести в наше общественное пространство. Они хотят распространить это на наших улицах, на наших площадях и среди наших детей. Мы защищаем право детей быть нормальными. Наши внуки должны быть нормальными. Мы хотим бороться с этим, и мы хотим бороться против образа жизни ЛГБТ, который внедряется повсеместно. Босния и Герцеговина — это последняя страна на Балканах, которая организовала гей-парад. Эта акция рассматривается как проверка на защиту прав меньшинств. В 2016 году страна подала заявку на вступление в Евросоюз.